have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. У нас тут есть чем заняться. Запрещена иностранная газированная вода. Ох-ох-ох. А, по-моему, все иностранное. О, черт. Звонок. Вот этот звонок надо поднять. Принять входящий звонок. Принять частный звонок. Это фух. Я думал, это из правительства звонит. Алло, Карл. Это Карл, вы мне звонили пару часов назад. Я согласна встретиться с вашим доктором. Передайте ему номер и кодовое слово. Клубника со сливками. Записали? Буду ждать его звонка. Фига себе, это клубника. Так, быстренько шмонаем наш собственный дом в поисках. Я немножко отдалю, чтобы... Надо с жильцами. Надо... Куча просто дел висит у нас. Где эта фиговая кукла? Так, уточка, очки. Уточко, очки. Надо куклу найти, пока мы дома. Мяч, полотенце. Кукла! На, держи. Поиграешь со мной? Не сейчас. Ну почему не сейчас? Поиграй-то с ребенком. Поговорить про куклу. Как называют твою куклу? Найра. Я очень скучаю. Так найдешь? Ты найдешь ее? Уже нашел? Вот твоя кукла. Спасибо, папочка. Я придумал отличную игру. Хочешь, расскажу? Найра будет шахтером, которого заводил в шахте. Я спасателем. Ничего себе. О, 50 авторитет. Неплохо. А, может, ты лучше с кубиками поиграешь? Я построю шахту из кубиков. Так. Пацану нужны книги, мне нужны за камерами. За камерами не надо бегать, камеры я могу купить. И, наверное, здесь я, скорее всего, пожалею, что столько потратил, но ладно. Так, нам нужна кастрюля, нам нужно куча всего. Что у нас по почте пришло? Скандал разыгрался в угольной шахте номер 9. Целая смена рабочих получила пищевое отравление после обеда в столовой предприятия. Точная причина... Столовая. Погоди там бынькать. Мы же отдали консервы, да? Работнице столовой. Она сказала, что понесет все на работу. Мы что, людей потравили? После обеда в столовой. Точная причина отравления не выяснена, однако все пострадавшие употребляли уху. Да, это наши рыбные консервы. Хотя, возможно, не только наши рыбные консервы. Она сказала, что она будет их смешивать с другой рыбой, и, возможно, другая рыба была некачественная. Тут 50 на 50, кстати. Следствие установило, что ответственность за подачу блюда была повариха Роза Ранек. Да, это она. Она уже допрашивается полицией. Также стоит отметить, что рабочие завода проявили железную волю и вышли на работу даже с температурой и болями в животе. Осознанно необходимость своего труда государство в это непременное время. Так, снова чинуши пытаются спихнуть на одного человека ошибку системы. Повар сам по себе не мог приготовить уху так, чтобы люди ей отравились. Что приводит к выводу, продукты изначально были испорчены. Возьмите ты... Возможно, такое бы... Возможно, такие были намеренно закуплены предприятием в целях экономии, а пострадавшим шахтерам еще и пришлось выходить на работу наверняка под страхом увольнения. Так. Вот в чем вопрос-то. А, я думал... консервы твои были дерьмо, у бабки моей на работе потравились все. Черт. На нее дело завели, за тебя ее могут отправить в тюрьму. Замять историю. Обвинить боцмана. Грубо послать. Обвинить боцмана. Я не виноват, это боцмана консервы, разбирайтесь с ним. Вот же посмотри, консервы еще и ворованные, поди. Сейчас я этому морскому коньку устрою, крочу.
Погоди, познакомиться с кем? Здравствуйте, Карл, на управляющий дом. Рад знакомству, я Мария Шиммер. Мы приехали сюда с... Да, до семьи, мы тут совсем недавно, будем рады познакомиться. Про кастрюли! О! Я к вам с просьбой, вы не одолжите большую кастрюлю? Жена хочет варить компот, а наша кастрюля потерялась при переезде. Есть подходящая кастрюля, вот возьмите, пожалуйста. Блин, круто. Спасибо, мы обязательно вернем. Ты кто у нас? Уйди. В этом нет необходимости, мы живем с мужем вдвоем, так что она стоит без дела. Пусть это будет нашим подарком вам на новоселье. Блин, хорошие ребята. Мария Шиммер, да, у нас? Клаус Шиммер, Мария Шиммер. Да, это нормальные ребята, которые... Так, Лейзи. Поговорить про одиночество. Спроси про Клауса Шиммера. Рядом с Клаусом Шиммером. Уважаемый Карл, как я рад вас видеть. Как ваши дела, как супруга, как дочка. Спасибо, все хорошо. Я хотел спросить про... Так радостно ваше время. Это большая редкость. Я уже успокаиваю себя, говорю Лейзи. Я пришел поговорить с вами о... Лоизи, нельзя переживать за весь мир. Государство заботится о вашем соседе. Но нет, сердце так болит за всех соседей. Я хотел сказать за всех людей. Вы ведь знаете, ой, я прошу прощения, заговорился. Так, о чем вы хотели поговорить со мной? О Клаусе Шиммере из квартиры номер один. Голубчик, так я же совсем недавно сюда въехал. Я даже познакомиться не успел со всеми моими дорогими соседями. Уверен, они все семья отличные. Они все отличные люди, и ваша... Штраус Хиллер тоже отличный человек, Клаус Шиммер. Да-да, несомненно, так и есть. Вот если бы достопочтенный Шиммер поменьше курил, курение, знаете ли, вредит нашему организму. Ты мне бухло дал, какой, блин, вредил? Ты это... Здравствуйте. Про книги для... Ой, блин, я тут сейчас хорошо разгребусь. Клаус, вы образованный человек. Где можно найти учебники по экономике? Моему сыну дали список в университете, а в магазинах их нет. Остается библиотека, но там очередь. О, ситуация с библиотеками хорошо известна. Там не только очередь, еще нужно понравиться библиотекарям, иначе они выгонят из зала без объяснения причин. Но я могу вам помочь. У меня есть книги, которые остались с прежних времен, когда я работал в бюро подсчетов. Буду рад, если они помогут вашему сыну в образовании. Я уверен, что высшее образование должны иметь все люди. Жаль, что мало кто придерживается такого мнения. Блин, чувак просто выручил. Жена подогнала кастрюлю, он подогнал книги. Вообще красавчик. Так, Шиммеров нельзя подставлять, запомним. Вы спасли моего сына, спасибо вам, Клаус. И не только сына, мой кошелек. Ну что, про кастрюлю я уже сделал. Про подозрения властей. Тучи сгущаются. Скоро меня обвиняют в том, что табак, который я продаю, антиправительственный. Вы замешаны в какой-то истории? Все из-за этого дома. Я отказался отдавать его добровольно, и меня обвинили в ужасных вещах. Еще раз. Да, то же самое будет. Тогда закончить разговор. Жена! Что, Карл? Кастрюля! Нашел кастрюлю, я уже все приготовил для компота. Да, Мария Шиммер из первой квартиры выручила нас. Смотри, сахара не жалей для компота. В прошлый раз он был больше на воду похож. Он был похож на воду, потому что у нас не было ни сахара, ни яблок. Я не виноват в том, что не смог достать талон на сахар. Мило, не расстраивайся, теперь-то у нас сахара достаточно. Нам нужен наш перец. Отдать ему книги. Значит, нашей семье мы помогли полностью. Смотрите, куклу нашли, кастрюлю нашли, книги нашли. Да, отец. Про книги. Что, ты не смог узнать про книги? Вот твои книги, целая стопка. Ничего себе, теперь я возьмусь за дело. О таком богатстве я и не мечтал. Можно не ходить в крысятник. То есть в библиотеку. В крысятник. Так, хорошо, супер. Шиммеры у нас... Одиночество Алоизия. Просит познакомить его с женщиной. Мне Алоизий нужен, да? А, вот это, та-та-та. Здорово, чувак. Добрый день. Вот, про одиночество. У вас есть какие-то предпочтения, с кем познакомиться? С кем угодно. Я нашел вам подругу, пожалуйста. Не томите душу, кто она? Пошутил, не нашел вам. Ладно, незнакомка из объявления.
Погодите, а если у нас есть выбор, пошутил... Может, не стоит? Хотя пофиг. Ну, как бы других вариантов у меня нету. С одной стороны. С другой стороны, он-то заехал к нам надолго. Поэтому... Да ладно, давайте. Незнакомка из объявления. Не терпится познакомиться? Вот номер, она ждет вашего звонка. Обязательно позвоню сегодня же, только заберусь с духом. Вас не отозрать, нет, найти мне шоколадку. Никоже с пустыми руками идти на свидание. И тут очень... Так. Сейчас мы у Папанеды пороемся дома. Если у него будет шоколадка, эта тварь нас подставила. Так ему еще и уезжать скоро. Поэтому мы быстренько сейчас у него будем искать шоколадку. Если мы ее найдем, мы ее украдем. Я не хочу тратить собственные деньги на... Я могу у него паспорт своровать, кстати. Может, не его обнести нафиг? Зубная паста. Пустые бутылки. Привет, чувак. Я на тебе еще немножечко заработаю. Надо бы еще и камеру поставить в этой хате. Тут ничего. Камера третьего уровня, пожалуйста. Что мне нужно сделать? А Лэйзи собирается на свидание. Да, шоколадка нужна. Причем быстро. Торгаш еще тут? Еще тут. Оружие. Ох ты ж. Блин, у него как назло нет шоколадки, что ли? Распитие. Фиг с тобой, давай купим шоколадку. Сколько ты за шоколадку-то заломишь, чувак? Мое почтение, торговать. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, 75. Не так дорого. Алоизи. Чувак, 5 часов осталось, ты где? Мне срочно тебе шоколадку надо отдать. Не говори мне, что ты уехал. Ты кто? Ты кто? Ты кто? В автобус вали. Папанеда. О, Лэйзи. Добрый день. Шоколадку. Принесли шоколад? Я купил. Замечательно же, готовите на свидание. Фух, сдали задание. Хорошо. Жене что-то нужно. Пойдемте посмотрим, что она хочет-то. Что, Карл? О работе. Я очень испугалась, когда им провели того человека в наручниках. Кто это был, Карл? Это был бывший управляющий. Он не справился с работой. Какой кошмар. Карл, с тобой такое может... с тобой так могут поступить? Не переживай, я буду хорошим управляющим. Ну, в принципе, да. Шоколадные конфеты. Я поговорила с соседями, в целом они приятные люди. Мне рассказали, что у дома иногда проходит мужчина в цилиндре. Да, вот он! Так вот, у него можно купить некоторые вещи. Какие еще вещи? Старьевщик, что ли? Тебе вещей не хватает? Ты меня сначала дослушай. Вечно ты даже дослушать не можешь. Что тебе говорят? А, ну не заводись, я хотел тебе, не хотел тебя обидеть. Умеешь ты испортить настроение. Иногда мне кажется, что я живу с... Так что там говорила про старевщика? Говорят, у него можно купить новые необходимые для хозяйства вещи. Бабка со второго этажа показывала душистое мыло. Купила его в прошлом месяце. Сейчас таких нет, но есть другие полезные вещи. Почему в цилиндре фокусник? Откуда я знаю, почему он в цилиндре? Прекрати меня перебивать и задавать дурацкие вопросы. Шатаешься по дому, ничего не делаешь. Я пол недавно помыл. Сходи, купи до вечера конфет, в конце концов. Папа, блин, не уходи, чувак, погоди. Продай мне конфеты, а то с женой вообще... Почтение торговать, да-да-да. Шоколадная конфета. Книга. Я так понимаю, нужно вот это, да? Что там от меня этот папандос хотел?
тварина. На меня напал этот долбанный дед. Ты, говнюк, устроил тут целый цирк с медведями и цыганями. Нагрел меня на бабки, еще и сдал с потрохами этому старику. Сейчас преподам тебе урок под названием «Никто не кидает Джонаса Папанеда, ублюдок». А, да? Он меня убил? Серьезно? В день похорон Карла шел проливной дождь, когда дешевый сосновый гроб засыпали мокрыми комьями земли, выглянуло мутное осеннее солнце. Кладбище затягивало туманом. Никому из семьи Карла Штейна не было суждено дожить до конца этого года. Почему? А продолжить это откуда? Просто не разговаривать с Папанедо? Давайте попробуем такую фишку. Но если я к ней просто не подойду к нему. Вышло. Блин, директивы выходят просто как это. Его надо сдать, слушайте. Погодите. Я могу на него за что-то написать рапорт? Составить рапорт, гражданин Папанедо. В квартире номер 4. На какую ты там директиву мог нарушить-то, дружище? Вот. Собранные улики. Газированная вода. Директива там у нас номер... Нет, задание, погодите. 60-44. 84-9-84 года. Я тебя сейчас сдам нафиг, дружище. Все. Стрелять он в меня вздумал. Ну и хорошо, что можно загрузиться с этого момента. Стрелятор, блин, нафиг. Тыщ. Тайное станет явным. Поговорите с женой Клауса. С Марком Ранеком, с Розой Ранек. Так. Роза Ранек, доброго дня. Про Клауса Шиммера. Хотел спросить про вашего Клауса Шиммера. Не беспокоит он вас? Это во всех отношениях достойный гражданин. Помог мне достать бутылку замечательного Хереса. Он хорошо разбирается в вине, не то что мой дед. У нас там просто время заканчивается, нам нужно по-быренькому поговорить. Так. Поговорить с Марком Ранеком. Это с дедом, что ли? Этого чувака избивают там по полной просто. А деда нет на месте. Хорошо, нам нужно с Розой Ранек, с Марком Ранеком поговорить и с женой Клауса Шиммера. Мне нужно постучаться. Погоди, дед, а где дед у нас? Стучимся. Здравствуйте, спросить про мужа, как дела ваш муж, он выглядит расстроенным. Но правда, не важно, себя чувствует, но ему пришла посылка с фотопленкой. Клаус очень любит фотографировать, это поднимет настроение. Поговорить с Марком Ранеком. Мне нужен дедок, чтобы с ним поболтать. А, сраный дедок, ты спал, что ли?
Блин, с Алоизием надо поговорить. Что тебе нужно от почетного работника архива про Шиммера? Хотелось спросить про Клауса Шиммера. Почему вы так интересуетесь? Сказать правду? Ответить расплывчато. Я ничего не знаю такого, чего вы сами не знаете. К тому же пусть любопытство... К тому же пустое любопытство грустный, гнусный порог. Был у меня сослуживец, вечно совал нос в чужие дела. Да и в справке. Закончите разговор. Я не хочу знать, что с ним стало. Так. Что ты от меня хочешь? О, тут что, есть еще помещение? Тут есть еще помещение. Так, добрый день. Спросите, что случилось. Клара, с которой вы меня познакомили, прекрасно. Может, она можно она переедет ко мне? Да, наверное. Спасибо, я вам заплачу. Что ты от меня хочешь, Ранек? Тайное станет явным. Это что значит? Надо написать характеристику на Шиммера. Напишу, хорошо. Да, нет. Что ты от меня хочешь? Что тебе нужно? Спросить про жену, про пропажу очков. Карл, я потерял свои очки, а работать в архиве без них, сам понимаешь, никак. Выручи старика, поищи в доме. То ли их оставил где-то, то ли потерял. Очки стандартные, не без рецепта, но без рецепта мне их не продадут в оптике. Роза сходит завтра, встанет в очередь на талон к врачу, но ждать целый месяц я не могу. Хорошо, посмотрю. Поторопись, я не могу работу потерять из-за этого. Блин, у меня куча всего просто здесь. Так, сохранение прошло. Ты нас любишь фотографировать. Ну, характеристику я на него напишу. Хорошо, у меня есть еще есть время. Что это такое? Вот это вот. Кстати, после Папанеды надо бы отремонтировать квартиру. Я могу кого-то заселить? Желающих нет. Тогда забейте. Хорошо. Где я тебе буду искать-то? А, стой. У нас кто-то есть дома? А камеры! Вы хотите сказать, что... Ой, ёпер... А ты кто-то? Цветок, что ли? Чё я там забыл-то? Ничего. Вы мне камеры, что ли? Печально-то как. Алоизи дома. Торгаш пришел. Очки. Где тебе очки-то искать-то буду, а? Так. Это я ничего не могу сделать. Стиралка. Обыскать стиралку? Ничего. Носки. Все. О-о-о! Клара заезжает у нас, да? Которая у Карла украла кораллы. Так, почетный работник архива, блин. Да пофиг, пошли. Надеюсь, они не успеют вернуться. Неудобно там, где у жильцов... Там, где в квартире два жильца. Давай, третьей ступени камеру поставим сюда. Она курит. Так. Блин, это же он, да? Который, да, удочка. Пофиг, валим отсюда. А, так ты у нас и пьешь, и куришь. Ты у нас дама не особо приличная, да? Очки. Почти не торговать. Очков у тебя нету, кстати. Так, алкашка, лекарства, это все трогать не буду. Купить. Нет, не буду покупать. Что у нас тут? Новые данные. Пойдемте составим отчеты.
пока у нас... Давайте Стой, давай познакомимся с этой. Привет, красавчик. Здравствуйте. Поговорить про объявление. Много вам звонили по объявлению? Человек 40, не меньше. Вокруг красивой женщины, знаете ли, всегда вьются поклонники. Но Алоизи самый перспективный кандидат. Всегда мечтала познакомиться с известным врачом. Как думаете, он со многими знаменитостями знаком? Нет, неизвестно. Думаю, что со многими. Прелестно. Скоро я буду устроить званый вечер с его друзьями. Ясно. Это как называется? Gold Digger, да? Вышла новая директива. Запрещено хранить иностранные пластинки. Вообще хорошо. Так. Давайте дополнять характеристики. На. Ты у нас... Ну, блин, на Шиммера... Но это же не донесение, это просто характеристика, да? Да, Мария Шиммер. Вы у нас из первой квартиры... Ага. Из первой квартиры, да. Женский, семейное положение, Клаус Шиммер. Профессия учитель литературы. Отправить. Отлично. Характеристику на Клауса. Мы немножечко поднабрали. Так, Клаус Шиммер, первая квартира, мужское семейное положение с Марией Шиммер, профессия продавец табака. 450 бабла, неплохо. Отправляем. Характеристика на... Хорошо, что мы на Папанеду успели отправить характеристику до того, как он нас убил, до того, как его арестовали. На тебя, кстати, ты, блин, кристально чист. А ты у нас любишь покурить. Клара Жаке. Из квартиры номер что? Три? Два. А, точно, ты же у нас ремонтированную квартиру-то въехал. Квартира номер два. Семейное положение одна. Нет, погодите. Проживает с Алоизием Шпаком. Безработная. Ну, это понятно. Женский пол. Отправляем. Следующая характеристика. На... Ой, на тебя есть что сказать. Роза Ранек. Роза Ранек из... Блин, да что же квартиры-то не запоминаю никак. Из третьей квартиры. Семейное положение с Марком Ранеком. Профессия повар в столовой. То есть это у нас не откатилось. Она все равно под следствием за консервы. Просто что женский пол. Отправить. Еще одну характеристику быстренько клепанем. На муженька твоего, надеюсь, там будет еще. А, нет, все, мы уже все отправили. Покинуть рабочее место. Жена, что ты хочешь? Я заметил, что ты куришь, тварь. Хорошо. Что, Карл? Поговорить про конфеты для Марты. Что ты снова чем-то недоволен? Я всего лишь попросил тебя купить конфеты. Блин, я даже не попросил для них кусочек ароматного земляного... Так, все в порядке, конфеты куплю. В смысле куплю, очень надеюсь. Я не купил конфеты? Купи, неси мне, Март, не отдавай. Я понял. Хорошо. Что, Карл? Что случилось? Карл, Март заболел, у нас в доме нет никаких лекарств. Мы можем найти аспирин для нашей девочки. Ха-ха, я его купил заранее! В таких играх, смотрите, что... Ну, то есть, или где правительство фиговое, или где та же самая This War of Mine и всякое такое. Лекарства всегда в цене, их нужно иметь заранее. Я отстоял очередь в аптеку, но оказалось, что нужен рецепт. Конечно, я найду его. Что-то серьезно с Мартой? Да нет, только температура поднялась слегка, но мне не нравится, как она выглядит. Карл, поговорить про аспирин. Карл, ты нашел аспирин? Да, возьми. Надеюсь, у нее всего лишь простуда. Сейчас все болеют. Спасибо. Думаю, что за пару дней он придет в себя. Фух. Так, пропажа очков. Где мне твои чертовы очки? Шоколадные конфеты, тайное станет явным. Привет, красавчик. Здравствуйте. Узнать, что ей нужно. Что вам нужно? Вы смотрите мне в самую душу, дорогой Карл. Мне действительно нужна ваша помощь. Достаньте мне бутылочку чего-нибудь крепкого. Сможете? Я вам заплачу. Что-то я заскучала.
Погоди, твой же муженек и, ну, этот парень отдал мне бутылочку крепкого. Я не собираюсь, здравствуйте, отдать Кларе алкоголь. Вы просили у меня алкоголь. Что же вы принесли мне? Виски. Виски? Пойдет. Последний раз ты танцевала так, что сломала оба каблука и пару столов. Ах, чудное время. Новая директива! Позвоните в министерство, отчитайтесь о выполнении задания. Да, это да. Это... потерял очки, шоколадные конфеты. Это, значит, не те конфеты, которые я купил, да? А это печально. Так, где у нас Элуизи? Пацан, что тебе нужно? Патрик? Да, отец. Спросить про очки. Патрик, ты не видел очки деда со второго этажа? Нет, извини, мне надо идти. Не надо. Спросить про новости. Так, что случилось-то? Мне нужно с тобой поговорить, отец. В чем дело? Я познакомился с девушкой, хочу пригласить ее на свидание. Через пару дней в «Огнях надежды» будет премьера спектакля. Приедут актеры из столицы. Подожди, кто эта девушка? Андрея Горчик. Она красивая, отец. Очень умная. Она очень любит театр. Я слышал, что она хотела пойти на премьеру. Это мой шанс, отец. Мне не хватает карманных денег на билет. Блин, у меня как бы деньги есть. Сколько? 550. Немалые деньги. На. Театр – хорошее дело, сын. Держи деньги. Спасибо, отец, ты лучший. И на тебе еще двадцатник на цветы. Не забудь помыться перед свиданием. В театр с грязной шеей не ходят, понял? Только маме не говори, а то она меня обольет одеколоном, ты ее знаешь. Будешь нормально пахнуть, блин, хоть как человек. Так, тайное станет явным, позвоните отчитаться. Звоним, отчитываемся. Наверное. Погодите. Алоизи, ты дома или как? Это он? Это не он? Черт. Его нет дома? Хоть бы это не он приехал, пожалуйста. Так. Быстренько закупаем камеры. Так, блин, он идет. Игра не останавливается на это время, он идет, черт. А давай ты не домой. Молодец, чувак, вообще офигительно. Жене что-то надо, блин, ладно, сейчас. Нам же теперь просто не только за Алоизием надо шпионить, но еще и за его девахой, которая очень даже подозрительная. Как я успел выскочить-то? А, ладно. На, что ты хочешь? Что, Карл? Ну, значит, что случилось. Карл, у Марты ухудшилось самочувствие. Аспирин не помог. Ей нужен доктор. Найди доктора. Ты хочешь свою дочь в больницу? Я уже водила в больницу. Сказали пить аспирин и промывать нос хозяйственным мылом. С мылом, Карл! Карл, с мылом! Как я буду ребенку мылом промывать нос-то? Найди для дочери нормального врача. Так, Алоизий! А, ты уехал. Ладно, тогда пофиг на тебя. А, ты то... Стоп, нет, не ты тоже. Со мной она говорить не хочет. Доброго дня. Поговорить про консервы. Вот. Чем закончилось дело с консервами? Замяли то дело. Оказалось, что не только в консервах дело, там и сельдь была. Тухлая, я же говорил, что она и разбавлялась сельдью. Это не в консервах дело. Хотя попадопало вот этот попаделло, тоже урод редкостный. А за сельдь заведующая отвечала. Посадили ее. Обращайтесь. Пожалуйста. В любой момент. Сельдь, блин. Так, врач. Хорошо. Здравствуйте. Закончить разговор. Доктор для Марты. Черт, этот... Алоизий.
Опа, 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 наша деваха куда-то срулила. И Алоизия пока не... А куда она пошла? Она пошла на кухню. Сейчас, блин, вот эти... Что ты хочешь сжечь, я не понял. Торговец пришел. Почта при... Давайте я пока почту почитаю, пока этот старичок проплетется. Так. Премьера столичного спектакля о любви и мире прошла со скандалом. Часть публики покинула зрительный зал, не дожидаясь окончания действия. Играть надо о народе, а нам показали глупую историю, которая не имеет отношения к людям и их жизни. Возмущался Бруно Раус, руководитель отдела досуга завода номер один. Руководство театра пообещало, что спектакль снимут с показа, в следующий раз не допустят показа оскорбляющих чувств рабочих. Впервые за 3 года в нашу дыру приехали талантливые артисты, и они были освистаны. Спектакль о любви и мире был закрыт. Беснующиеся шахтеры не захотели смотреть историю любви, и их нельзя винить. В жизни простого рабочего нет места для возвышенных чувств, только труд, ругань и очередь за едой. Товарищи, не дадим рабскому труду отнять у нас чувство прекрасного. Ходите в театр. А работать кто будет, умники? Страну надо поднимать, а не по театрам ходить. Че, Шпак приехал, что ли? Он со мной поговорить хочет. Открывать-то пойдет она, но поговорить я... Блин, а он спать лег, что ли? Привет, красавчик. Здравствуйте. Закончить разговор. Все. Понятно. Блин, у меня время-то идет для лекарства-то. Пойдемте пока позвоним министерству. Опа, она свалила. Будем Шпака? Если получится его разбудить. Да не смотри ты в дырку, стучи по дырке. Во, он проснулся, как раз то, что мне нужно. Заодно поговорю и то, что ему нужно, и то, что мне нужно. Чё ему-то сейчас надо? Ему уже и девушку нашел, и все. Да, добрый день. Спросить, что... поговорить про болезнь, вот. Алоизи, моя дочь плохо себя чувствует. Вы не могли бы посмотреть? Какие разговоры? Конечно, я смотрю ее. Я же доктор, это мой долг. Крутяк. Что случилось-то у тебя? Я на краю гибели. Пусть эта девушка уедет. Она меня разочаровала. Целыми днями веселится и поет, как та стрекоза. Унесла друзья мою коллекцию редких вин. Даже не извинилась за это. Танцевала и пела, пока я мучился от головной боли. Ведь... не высказала даже капли раскаяния. Чем же я могу помочь? Пусть исчезнет из моей жизни. Пожалуйста, прогоните ее. У меня нет сил. Я хотел поехать с ней в круиз. Даже билеты купил. Но он пойдет помогать нашей дочери, поэтому я пока соглашусь. Хорошо, я выселю ее. А как я могу... Новая подруга доктора не дает ему... Угу. Не дает ему, да, в этом... Стоп, директивы. Запрещено плакать и собираться группами более 3 человек вне главной площади. Нельзя плакать, нельзя собираться группами более 3 человек. Заходи, я немножечко понаблюдаю за тобой. Ты же не против? Дверь закрой. Спасибо. Говорит по телефону. Так, Алоизи у нас куда-то сдрыснул. Ну и хорошо. А, вот он говорит, пошел ко мне разбираться насчет лекарств. Хорошо, говорит о погоде. Нельзя плакать. Давай, ну вот плакать ты вряд ли будешь. О-та-та-та-та-та. Так, что я сделаю? Что я сделаю? Ты поговорил, нет? Добрый день. Результат осмотра, вот. Что с моей дочерью? Подождите, мне надо хорошенько подумать. Я дам вам знать, когда буду готов. Ага, ага, хорошо. Так, что у нас сейчас запрещено? Давайте посмотрим, что запрещено и что мы можем сделать. Хранить иностранные пластинки, носить и распространять джинсы.
запрещена газированная вода, плакать, пластинки, джинсы. Хорошо, хорошо, давайте поищем в смысле вы решили свалить? Квартира номер 3. Погодите, мне нужно быстро характеристику на вас написать. Квартира номер 3, перед тем, как вы уехали. Квартира номер 3. На тебя я уже ничего не составлю. На тебя ты у нас куришь, Марк Ранек. Гражданин Марк Ранек. Квартира номер 3, расположенная та-та-та-та-та-та-та, с Розой Ранек, профессия почетный работник архива. Мужской пол. А фига ли вы уехать-то захотели? Все, Ранеки уехали. Хотя они до сих пор числятся. Стоп! Это... я этаж перепутал. Блин, вот это я тупанул сейчас, конечно. Я этаж перепутал. Я думал, что вот... Ладно. Алуизи, что ты мне скажешь, дружище? Так, принято. Добрый день. Узнать результаты. Что с моей дочерью? Я хочу спугать, но у Марты не все хорошо. У нее сильные хрипы в легких, очень сильные. Мне срочно нужны антибиотики. Причем, простите меня, я ценю отечественную медицину, но мне нужно купить... Вам нужно купить импортные. От местных есть, наверное, только хуже. И все очень серьезно. Если тянуть с лечением, не исключен летальный исход. 20 тысяч! К сожалению, не смогу найти дешевле. Квоты, рецепты, правила. Я очень сильно рискую, помогая вашей малышке. Я в жизни 20 тысяч не соберу. Вы чё? Я в жизни 20 тысяч не соберу, вы это... Так, мне нужна еще одна маленькая камера. Вот, торговец пришел. Тысяч! Вы об стенку долбанулись. Откуда такие деньги? Так, моему пацану что-то надо, но это я сейчас схожу. Погодите. Мне нужно облутать. Сейчас посмотрим, какие я улики понасобирал на все это. Это то, что я все только что видел, да? Алуизи! Черт! Ху! Ты меня тут не видел! Марк Ранек задумывается о пистолете. Ты что там куришь, мелкий? Спросить про новости, про очки, узнать, что случилось. Сын, у тебя какие-то проблемы в университете? Да, пап, ректор издал новый указ на сбор денег. Нужна большая сумма, я не знаю, как быть, где взять деньги. Большая сколько? 15 тысяч.
Спасибо, блин. Сколько? Они что, совсем с ума посходили? Откуда наши граждане такие деньги? Такими темпами не останется никого, кто будет учиться. Хотя, может быть, именно это не является их целью. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Не переживай. В крайнем случае, пойдешь работать. Шахтеры тоже нужны стране. Очень смешно, пап. Спасибо. Марта болеет, Патрик. Нам нужны большая сумма денег, чтобы спасти твою сестру. Еще неизвестно, сколько это лечение продлится. Вполне может статься, что деньги пригодятся собирать еще и еще. Понимаю. Так, у нас там прошло сохранение только что. Погодите. Давайте тогда на этом и закончим. Сейчас я быстренько посмотрю. 40-84, та-та-та-та-та. Вроде как квесты это... Ну, мне показалось, что сверху прошло сохранение. Надеюсь, что я потом начну с этого момента. А, на этом пока будем заканчивать. Так, я не знаю. Или мне нужно начинать делать что-то незаконное, хотя я даже не знаю, что. Либо у детей будут проблемы. Причем, ладно, что пацана отчислят из универа, он от этого не умрет. А вот дочка вполне может умереть. И на это осталось очень мало времени. Еще 15 тысяч найти на это абсолютнейше нереально. Блин, а ведь можно было не брать триггер этого задания, правильно? Просто не разговаривать с Алоизием. У меня бы не пошел таймер. Блин, это была моя ошибка. А с другой стороны, кто же знал, что так будет? Все, ребятушки, на этом у нас сегодня все. Спасибо, что были с нами. Приходите к следующей серии. Будем рады вас видеть. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.